Пришла пора сделать видеообзор вот этого терморегулятора. Терморегулятор, вот сзади фирма написана, Тернео, и показаны его параметры, сколько к нему можно подключать. Заметьте, где делают. Донецк, Украина. Ну, там завод находится, наверное. Нас интересует, как он работает и что его за принцип. Для того, чтобы нам его проверить и показать принцип работы, нам понадобится 220 вольт, сетевой фильтр. Понадобится какое-то устройство, которое будет показывать, что ток идет с этой стороны. То есть принцип какой работы этого терморегулятора. Сюда 220 заходит, а отсюда, с этой резетки, выходит только тогда, когда он ему разрешает выходить. Итак, что нам для этого понадобится? Я использую зарядку вот для мобильного устройства. Я ее немножко переделал, но это не важно. То есть принцип понятен. 220 вольт, а отсюда выходит 5 вольт. Мы на выходе к зарядке подключим USB-лампочку. USB-фонарик, вот такой вот. Чтобы было видно, что 220 вольт идет. Пока мы это оставим все здесь, и нас интересует непосредственно сам терморегулятор. Подключаем терморегулятор. Так. На нем сейчас стоит надпись. Так, поближе поднесу. На нем сейчас стоит надпись OFF. Что это означает? Что он работает от сети, но сюда 220 не подает. Чтобы нам включить его, необходимо нажать кнопку центральную, видите, вот включение, и выбрать температуру, нужную для нас. Вот этот датчик показывает температуру в помещении снаружи. Нам нужно, например, чтобы включилась здесь резетка при температуре 21. Значит, нам надо поставить 21. Индикатор замигал, и он подтвердил. Когда температура в помещении будет 21, он включится. То есть ниже 21. То есть 19,9 здесь должно быть, чтобы включилось устройство. Разница в 1 градус. Например, если я прошу прощения, нам надо поставить в помещении 25, нам надо поставить 22, чтобы нагрелось. И мы видим, загорелся индикатор и включилась лампочка. То есть, чтобы вы поняли принцип, вот я выключаю. 220 пропадает. Я включил его. И ему нужно время, чтобы, то есть, перевести в этот режим, чтобы он заработал. Когда вкл-выкл делаешь, происходит такой небольшой сбой, как я понимаю, в этом устройстве. Это его, наверное, минус. Но для полного такого сброса я делаю вот так. Здесь кнопки выкл нету. Ну вот, смотрите. В помещении 20,8, но мы попросили, чтобы он нагрел до 22. Поэтому он не отключится, пока в помещении не будет 22. Соответственно, к нему, подсоединив какое-то обогревательное устройство, можно обогревать помещение. Спасибо, что оставались, посмотрели это видео. Более подробно вы сможете ознакомиться, когда прочитаете инструкцию. Он идет вот в такой вот коробочке. Вот такая вот коробочка, терморегулятор. Ну и тоже найти непосредственно по QR-коду, то вот, или адрес сайта, можете здесь прочитать. Он предназначен для инфракрасных панелей, предназначен для конвекторов, внешний датчик температуры. Спасибо за видеообзор, за то, что, точнее, просмотрели видеообзор. Пользуйтесь и делайте свои выводы. Всего хорошего вам.
предлагаю посмотреть видеообзор инфракрасного обогревателя, который подключен к этому терморегулятору. Видео перед вами.